По 6 тренировок в неделю, постоянные выезды на соревнования. С таким графиком трудно успевать за школьной программой. Идея возродить спортивный класс появилась в 46-й школе Братска. Для чего это необходимо? То есть хотелось бы, чтобы ребята, конкретно мы как футболистов привлекаем, были в одном классе, выезжали вместе с составом, и учебный процесс не нарушался. Как говорит директор Алексей Побойко, для создания спорткласса у них есть вся необходимая база. 2 спортивных и 2 тренажерных зала, бассейн, налажена и работа с тренерами. История создания на базе школы спортивных классов у нас уже имеет определенную традицию. Это как раз, может быть, было 20 лет назад, когда мы впервые на базе 10 классов создали класс спортивной направленности баскетбол. Вот, было весьма успешно с точки зрения занятости детей, их результативной деятельности. Сейчас в школе спорткласс неофициальный. Ребята учатся по общеобразовательной программе. Единственное послабление – корректировка расписания занятий с учетом тренировок и выездов на соревнования. А уже в следующем учебном году, говорят педагоги, на базе школы создадут спортивный профильный класс футболистов. Формировать его будут из нынешних 9-классников. В спортивный профильный класс пойдут только те ребята, которые в будущем планируют связать свою жизнь и профессию со спортом. Вероника Титова, Марина Ильицкая. Новости сейчас.